Начинал я с калмыцких степей, через калмыцкие степи, Северный Кавказ, Ростовская область и по над югом Украины до Крыма. И в Крыме для меня война закончилась. Первый раз меня на Меусе ранило, а потом в Крыму тяжело ранило. И я после этого попал сюда, возле кургана, станция Ромыш есть, в госпиталь. Тяжелое ранение было. И с госпиталя, когда подлечили, на пересыльный пункт в курган направили. И нас в вагон и в Златоуст военное училище. И там конец войны я застал. Разрешите вас поздравить с Днем Победы. Спасибо. От имени Акима Северо-Казахстанской области Кумар Егибаевич. Пожелать вам долгих лет жизни. Спасибо. Большое спасибо за ваш подвиг. И за то, что сегодня позволяет нам созидать в дальнейшем и жить.